Вооружен и крайне опасен. Вот уже почти двое суток правоохранительные органы ищут убийцу из подмосковного Красногорска. Следов Амирана Георгадзе, объявленного в федеральный розыск, пока не обнаружено. Следствие тем временем раскрывает новые детали произошедшего. По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, в первого замглавы Красногорского района и гендиректора местных электросетей Георгадзе стрелял из пистолетов с двух рук, как это делают гангстеры в голливудских боевиках. Винтовку, которую он хотел воспользоваться первоначально, судя по всему, заклинило. Кроме того, не исключено, что предприниматель планировал похищение своих жертв. Об этом свидетельствуют наручники и скотч, найденные в его машине. Вероятно также, что он готовил пути отступления и места, где можно скрыться. Напомним, МВД России объявило о награде в 1 миллион рублей за любую информацию, которая поможет поймать обвиняемого.